максимальное напряжение, команда 10 секунд. Мощнейшим натиском по змеевой стороне Альянс сносит практически всех игроков команды противника. Вот сразу видно, кто не посещал пинбольную вечеринку вчера, поехал домой, наелся плюшек с чаем, выспался и теперь очень злой с утра. Тем не менее, они зарабатывают свое первое очко. Фалькон Лайк и Барракуда. Люся, секс-символ украинского пинбола, надежда всей трибуны, решила использовать тактический прием и начала раздеваться. Сняла харнес, но потом одумалась, заправилась и продолжила играть. В финале поинта осталась одна в двоих и, к сожалению, уступила.
Вальком Лайф Барракуда 1-0. Оставшись один в одного, игроки обеих команд устремились к баннерам противника. Но игрок команды Альянс был несколько сильнее. Альянс Роял 2-0. На поляне вновь появляются команды Falcon Light и Барракуда. Скандирует Люся, Люся. Перепробовав различные тактические схемы, все-таки остановилась на отстреле противников и молодец. Успешно продвинувшись по спине, Люся дошла до баннера, нажала кнопку и принесла своей команде очко. После чего молчаливо и гордо, как положено всем секс-символам, покинула площадку. Вновь на площадке команды Royal и Альянс. Come on!
Какой напряженный поинт. Проблема с оборудованием у змеевого игрока. Удачный обстрел противника с обеих сторон. Превратили этот поинт в один из наиболее напряженных. Но чаша весов склонилась в сторону команды Альянс. Альянс Ройл 3-0. Оставшись одна в трех, Люси не смогла вытянуть этот поинт и отдала очко противникам. Счет становится 2-1 в пользу команды Falcon White. А противостояние команд Альянс и Ройл. Счет в пользу команды Альянс 3-0. Thank you.
Который раз успешный проход игрока по центру предрешает исход. Судьи проверяют игрока на предмет наличия поражений. Проверяют параметры скорострельности маркера и скорости шара на выходе. Если все будет в норме, команда «Альянс» заработает свое 4-е финальное очко. А вот у судей появляются какие-то вопросы. Лучшего игрока турнира. Максимально собрана, максимально четкая работа по спине. На самом деле и только. Thank you.
Вот это то, что называется долго запрягают, но быстро едут. Предыдущий гейм был без очка решением судей. И благодаря типа прийти ряду ошибок команда Альянс Underworld нажимает кнопку. Теперь ждем решения судей. Да, очко уходит команде Royal. Счет становится в матче 3-1. Сережа! Сережа! Нет пока лететь! 20-30 секунд! Нет, что фигуры будет мы! Чувак, уходи! Альянс Ройал 3-1.
А это называется «бей своих, чтобы чужие боялись».